Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда. 3х6 на брусе, брус поверх бетона. Ну, пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Поставили каркас, закрепили его к основанию, все выровняли. Обшили стены поликом, поставили переливы. Сейчас прокрутим полик. Параллельно готовим листы верхние к покрытию. Работа идет. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х6. Цельная дверь с одной стороны, форточка торцевая с другой, оснащена термоприводом. Также есть два форточных блока на термоприводах. Есть у нас диагональные усилители. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 40, покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к бетону с помощью анкеров и монтажных пластин. Поликарбонат 4 мм, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, очень вместительная, просторная, высокая, а главное, очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока.